Ходить восток и юг, рисовать квадраты круг, учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города, учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Вот он наконец, этот долгожданный, долго очикованный, выстраданный. Вот интересно, папуасы из Тринидада и Тобаго, в принципе, и прочих там забытых папуасских островов. Они тоже, эти папуасы-дикари, так радовались при получении безвиза, который с Евросоюзом, который они получили гораздо раньше, чем мы. У них тоже была такая эйфория, переходящая в массовый психоз и экстаз. А сейчас я вам покажу первые результаты без виза. Нет, друзья, я ни на что не намекаю, просто в связи с нашим стремлением в Европу, согласитесь, навевает определенные ассоциации и настраивает на определенные мысли. Сяду на пенек, съем пирожок. А что нам еще остается? Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите.